Доброе утро! Наступил декабрь, а вместе с ним и время зимних забав. В Козыме Белоярского района уже можно прокатиться на оленьих упряжках. Все подробности узнаем у директора Центра историко-культурного наследия Касум Йох. У нас на прямой связи Елена Федотова. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, доброе утро! Мы знаем, что буквально вот на днях вы вернулись с нашей столицы, были на ВДНХ. Как прошла поездка? Давайте рассказывайте. Поездка прошла просто отлично. Мы очень рады, что стали просто одной частичкой этой огромной, масштабной такой выставки. Мы представили свою родную культуру, рассказывали о народе ханты, проводили мастер-классы по бересте. Вот поэтому очень были рады вообще пообщаться с жителями столицы. Ну а как вас встретили? Вообще люди интересуются ли культурой? То есть в аэропорту? Бытом? Нет, получали ли обратную связь, например, от гостей выставки форума «Россия»? Да, конечно. Мы участвовали вот именно в «Газпром», в медиа там. «Газпром», то есть нас приглашал «Трансгаз» и «Курск». Поэтому немножко было закрытого типа мероприятий, но люди записывались заранее, была полная посадка. Потом то, что людям интересно, они приходили во второй день к нам на второй мастер-класс, обменялись данными, готовы приехать к нам в Югру даже на наши туры. Слушайте, поэтому будем ждать гостей из столицы. Ну, это точно. Мы всегда рады всем гостям. Ну, давайте вернемся к оленям. К нашим оленям к нашим оленям упряжкам. Расскажите, с какой скоростью туда можно прокатиться там у вас? Ну, скорость, скажем, просто с ветерком можно прокатиться. А так у нас небольшая трасса. Сейчас она именно по территории нашего комплекса, потому что обычно позже зимой мы будем катать по реке, но пока погодные условия это не позволяют. Поэтому у нас такая небольшая трасса, просто можно посидеть, насладиться, пофотографироваться, вообще проникнуться, погладить этих животных, оленей. А сколько оленей в одной упряжке? Ну, от 3 до 5, но вообще катать достаточно 3 оленей. А это уже если куда-то далеко едут, то там перепрягают, чтобы они не очень уставали, могут и 4, и 5 запрягать. Ну, то есть смотря какой пассажир, Мне-то да. все 7 необходимы. А скажите, пожалуйста, ну вот что интересного-то проходит у вас в центре? У нас проходят туры выходного дня, где мы не просто катаем на оленях, мы, конечно же, и угощаем очень вкусным свежим хлебом, проводим мастер-классы, интересные экскурсии. А сейчас мы готовим новогоднее такое зимнее путешествие с нашими сказочными персонажами, с Ими Хиды, с отрицательными героями, Мэнками, Пунвиартыми, это будет Карыми. То есть, и приехав к нам, можно познакомиться с фольклором казумских ханты и погрузиться в вот такую сказочную атмосферу. А расскажите о сотрудниках, расскажите о тех, кто как раз и знакомит гостей с культурой. Ну, я хочу сказать, что у нас сотрудников немного, и как раз проводниками вот, мы являемся все больше организаторами. Вот, Марина Викторовна Кабакова, там, Елена Савчук, Галина Шуканова. Но нашими основными помощниками это являются волонтеры, жители нашей территории. Они активно приходят, помогают, они хорошо знают язык, культуру. И в последнее время у нас такой довольно-таки большой, творческий, дружный коллектив. Но если вот говорить про новогодние праздники, чем еще будет наполнен ваш центр? Что можно будет там посмотреть, где поучаствовать? Или это только лишь театрализованные представления? Или, может быть, это секрет? Да, немножко, конечно, это и секрет, но, с другой стороны, это такая развлекательная игровая программа. Также там будет лавочка сказочных героев, где каждый может, заработав там такие сказочные шойты, выбрать себе любой сувенир, принять участие в мастер-классе, вот, попробовать интересное блюдо. Это из и северного оленя, это интересные таежные чаи. То есть это нужно пройти часть испытаний каких-то и именно вот насладиться нашей экзотикой. Еще мы постарались в этом году, чтобы максимально у нас на улице проходило мероприятие. Наша зона, она позволяет у нас такой большой лес сказочный, и чтобы вот именно погрузиться в таежную жизнь, вот понять
почувствовать, ощутить себя настоящим таежным жителем. Угу. Вот. Скажите, пожалуйста, а вот ваши олени, они любят гостей? Вообще дружелюбны ли они? Как они относятся вот к ребятам, к детям? Даются ли погладить? Это так, для меня вопрос. Всегда мечтала. Я хочу сказать, что олени у нас не одни и те же. У нас постоянно приезжают разные упряжки оленей. То есть какие на данный момент оленевод, это тоже наши партнеры. Оленеводы, у нас в нашем центре нет оленей, вот, и наши партнеры каких оленей нам предоставят, поэтому они бывают разные, бывают совсем ручные, бывают немножко полудикие, мы тогда тоже предупреждаем, то есть олень, он никогда не, он все равно полудомашний, да, животное, поэтому сейчас еще погодные условия сложноватые. У нас не было, у нас не замерзшие болота, олени еще не все собрали стада, поэтому какой олень на данный момент, вот какие собраны, те к нам и приезжают. Ну, конечно, в основном это объезженные олени, хороший вожак обычно. То есть ваш уже историко-культурный центр Касум Йох ждет, ждет гостей, и прямо сейчас мы вместе с вами исполним мечту Алены. Погладь. Ну что же, спасибо вам огромное, что вышли с нами на связь. До свидания. До свидания. Приезжайте. Хорошо. Обязательно. Спасибо, до свидания.